Общественный транспорт в последнее время стал небезопасным. Количество ДТП с участием маршруток только в этом месяце увеличилось в несколько раз. Что это, случайность или следствие многих нарушений, и проверяют работники ГАИ. Бульвар Шевченко всегда оживлен. Инспекторы говорят, здесь много и общественного, и частного транспорта. Именно на этом участке и случаются разные аварии. Первый взмах милицейского жезла и первый нарушитель. Водитель этого маршрутного такси перевозит стоящих пассажиров. Юрий Владимирович, yeah. Чего люди стоят в машине? А у меня все посидячки, ничего. Стоят? Водитель оправдывается, жаль оставлять на остановке двух пассажиров, на которых не хватило мест. Но в то же время обещает, это было в последний раз. Все не повторить своих ошибочек. Будем ради людей работать, чтобы у них с комфортом ездили и чтобы было все хорошо. Переполненные салоны часто и приводят к авариям, говорят в ГАИ. Внимание водителя рассеивается, и он отвлекается. За 7 дней акции перевозчик инспекторы выявили 800 нарушений, а 3 водителя управляли автобусами пьяные. Также выявляются нарушения проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Проезд перекрестка, нарушение правил проезда перекрестков, обгон, маневрирование, нарушение правил проезда, железнодорожных переездов. Ну, конечно, как я сказал, еще скорость. Техническая инспекция контролирует готовность транспортных средств перевозки пассажиров техническую непосредственно. Соответствие резины, количество мест, оборудование газобаллонной аппаратуры. Пассажиры признаются, в полной безопасности в автобусах себя не чувствуют. Жалуются, что водители очень часто превышают скорость, резко тормозят, да и что касается самих маршруток, некоторые просто разваливаются на ходу. Бывают маршруты, да, такие, что опасно. Что именно? Бывает, превышает скорость. Грязные сиденья, все такое. И чтобы как-то сделали более, вот, например, вот есть один автобус, Эталон, например, там, или Богдан, чтобы был чистенько, нормально все было, короче. Пекло. Нету, во-первых, маршрутки не открываются окна. Это вот это еще открыто, а также окон нет там, чтобы открывалось окна. Сидишь, когда невозможно вообще дышать, как крематорий. Жара во всем виновата, оправдываются водители. Говорят, люди становятся раздражительными, машины, часто не выдерживая нагрузки, ломаются. Но уверяют, о безопасности пассажиров думают в первую очередь. Мы ездим спокойно, мы возим людей. У нас, не дай бог, если человек упадет в салоне, так жутко наказывают. Видите, нас наказывают на каждом шагу, понимаете? Доблестная ГАИ стоит у нас на каждом перекрестке. Из-за малейшего нарушения беспощадно карает. Поэтому мы стараемся не нарываться на неприятности. В целом, состояние транспорта в Донецке в последние годы существенно улучшилось, говорят инспекторы. Тем не менее, нарушения от этого меньше не становятся. Усиленно проверять маршрутки автобусы работники ГАИ будут до конца августа. Ольга Шилкина, Роман Фролов, «Панорама».